общество потребления, да? Но на Западе общество потребления, соответственно, философия потребления, культура потребления — это результат предыдущего экономического развития. А у нас мы практически не имеем никакой экономической, а потреблять очень хотим. Вот эта дистанция между возможным, да, и нашими желаниями, нашим поведением, да, не в библиотеку, а в торгово-развлекательный центр, да, ну потому что там покупаем, там же развлекаем, потребляем, мы потребители, да? Вот эту культуру мы внешнюю как бы усваиваем, но под ней нет никакого фундамента. Поэтому вот нас так и трясет. Мы практически в состоянии перманентного кризиса. Если не системного социокультурного, то у нас то финансирование, то санкции, то финансовый кризис, то еще что-нибудь и так далее и тому подобное. Вот к вопросу о том, что из ничего нельзя делать нечто. Нельзя вот то, что красиво, забрать, но при этом забыть о том, что, скажем, к своему нынешнему состоянию Запад шел потихонечку, медленно набивая те же самые шишки, но шел приблизительно 200-300 лет. Да? А мы хотим. Нет-нет-нет, мы хотим сегодня. Нет-нет-нет-нет, мы хотим сейчас. А то, что нужно поработать, а потом получить что-то. Вот это вот трудовая этика и понимание того. Ну, здесь я понимаю, почему так. А если кто-то наворовал и живет сегодня, замечаю, почему я не могу так же жить? Но если ты не можешь наворовать, то по идее должен, или получить наследство, то по идее должен заработать. А вот с этим как раз большие проблемы.